Теперь я сначала сейчас Оргкрум займемся. Что это такое, я что с ним можно делать, уже показывал. Но сейчас я хочу, так как у меня и там не сохраненные, не закомичено, я открою терминал, просто через терминал войду сейчас свой планшет. У меня есть Alias. Значит, сразу скажу, кто захочет раньше попробовать. Это Термукс. Объясняю. С Google Play не надо скачивать Термукс, кто хочет попробовать на Android. Вам надо зайти F-Droid, свободное программное обеспечение. Его на мобилу можно установить, только там потом в настройки зайти, не забыть отметить репозитории галочками. И тогда есть возможности два установить через F-Droid, наверное, лучше через сам F-Droid, потому что когда будет обновление, вы получите, да, его. Либо можно просто скачать файл, вот APK Termux 0, 118, да, и установить Termux. Дальше набираете My Setting. Я видел, тут парень толково сделал. My Setting Termux. Должен быть вот, по-моему, да? Парень неплохо сделал. И он здесь расписал, в принципе, что надо установить. Действительно, все логично, да? Изменение репа, дальше Carl, Git, и все это делаете, все, что надо, unzip, Node.js, и все вещи, которые вам понадобятся для работы. В принципе, Termux готов. Тот же Linux, только на Android. Это так, кто хочет попробовать. Ну да ладно. Я сейчас запущу Emacs. Так, мне надо вот сюда его передвинуть, чтобы там буквы, размер, когда через терминал единственное неудобно, только когда стандартная тема, она отображается правильно. А так, видите, какая-то синяя, непонятная. Ну да ладно, как говорится. Загружается на мобиле чуть дольше, но потом работает довольно быстро. То есть все нормально. Загружается, конечно, дольше, но тут через терминал. Значит, как соединение наберете только на английском, что значит сейчас попробуем. Да моё-ё. Так, на русском я не знаю, найдете или нет. Ну да, так, это remote. Дальше, вот запрос, запомните. И тут вот подробная инструкция, ничего здесь сложного нету. По сути дела, в чем заключается? Обновление, дальше пас WD устанавливаете пароль, вот это вводите, выясняете имя устройства. Дальше иногда надо вводить IP-конфиг, может не сработать. Значит, вводите IP-адрес. Просто посмотрите, как в Linux узнать адрес. Дальше вводите команду sshd. Ну и дальше, вон, пожалуйста, как это все дело. Вот ваше имя, которое вы узнаете. Juan. Хост. Вы увидите IP-конфиг номер хоста и дальше вот так P8022. Все.
перед этим обязательно на зале SSH ID, чтобы сервер, ну и, конечно же, установлен должен быть OpenSSH. Все, и после этого можете соединяться. Сложного здесь ничего нету, дело 3 минут. Забиваете в алиас, нажимаете, и все, как я делал, чтобы каждый раз не писать. Теперь, что я хочу сделать? Я знаю, что вчера добавлял там ссылку, а не отправил, наверное. Ну, я не уверен, отправил или нет. Поэтому открываю Magit, Ctrl, во-первых, FF, где я смотрю сейчас Org Project. Мне надо сейчас Home, Org Room, да, там тоже Org Room. Org Room, нажимаю пробел GS, включаю режим Magit. Вот у меня действительно высветилось, что один файл модифицирован. Нажимаю S, чтобы его добавить. Да? Теперь, что мне надо? Сделать commit. Это Magit программа в SpaceMax. С ней еще надо разбираться. Офигенная вещь. Значит, нажимаю S и еще раз S. Вот внизу вижу create commit. Да, внизу. Значит, еще S. Это мне справка как бы. Происходят какие-то действия и высвечивает строка. Так как я в режиме Vim нажимаю V insert, чтобы была нижняя строка видна. Вот так сделаем. Так. Значит, link. Нажимаю escape, выхожу, нажимаю запятую. Дальше смотрю внизу меню, Vitch Editor, Finish. И еще раз запятую. То есть оно все само сохранит. Все сохранило. Осталось мне только что сделать? Отправить на сервер. Нажимаю Push. Если мне надо справка, повторяю, просто берем, нажимаем знак вопроса. Вот вся справка. Q, выход. Вышел из режима, вижу, вошел в... что такое? Это тот. Пока уберу. В Dirit опять вхожу, пробел GS в Magit, то есть откуда, и мне надо запушить P, и еще раз P, push. Иными словами, ввожу фразу, нажимаю Enter, и внизу git finished. Все, этот файл там. Теперь я работаю там. Теперь открываю этот, да, редактор. Все, по сути дела, больше мне не надо мой мобильный. Сразу. Итак, здесь закрываю. Сначала, так как у меня здесь есть несохраненные изменения, поэтому что мне надо сделать? Мне надо сделать commit. Мы же с вами чего-то сейчас тут писали, да? Давайте откроем на полное окно, сейчас ничего не мешает. Вот эти все окна можно закрыть. Пусть это одно будет открыто, и бог с ним. Теперь нажимаю пробел FF, чтобы посмотреть, где я. Я бы хотел сейчас зайти в директорию, лучше Org Room. Она у меня находится в домашней директории. Нажимаю Tab, чтобы автозавершение, захожу в нее и включаю режим. Вот файлы, которые мы с вами... я вчера создавал сам. Кстати, у меня на планшете одинаково, чтобы работать. Я пока вот себе тут притираю этот вариант. У меня было немножко по-другому все. Но я не буду путать его сейчас. Ctrl-GS. Значит, здесь Magit. У меня пишет, что вообще ничего и нету. Но, тем не менее, странно как-то, да? Или мы убрали все. Ладно. Давайте-ка я сейчас сделаю следующее. Попробую чего-то добавить. Все-таки, значит, поискать узел room. AOR find. Пусть это будет devhackers.
Dev Hackers Project. И я чего-то там хотел написать. И прямо сейчас пишу, запланировать проект, это действительно будет, или в этом репо, запланировать работу с ветками. Работу с ветками в команде. Установить систему знаний, что уметь в этом направлении. Так, я тода пока не ставлю, так я сохраняю. Отлично. Теперь Ctrl FF. Да, я Workroom. GS. Вот модифицированный файл. Просто мы с вами удаляли. Нажимаю S. Модификация, да? Вон один файл, написано модификация, все нормально, правильно? Я могу на него нажать, посмотреть, что это за файл. Вот я его нажал, то есть опять нажимаю FF, перехожу в режим, к редактору GS. Теперь мне надо закоммитить, правильно? Делаю коммит. Так, стоп. Там я уже запушил. Значит, в принципе, нет, ну давайте попробуем. Если мы сейчас попробуем пуль сделать, то навряд ли он нам даст. Давайте попробуем. Значит, открываем справку и смотрим. Пуль, это будет F большая, по-моему. Но не по-моему, а точно. Значит, пуль F большая. Q я выхожу. Вхожу опять GS. И попробую набрать F большую. И набрать пуль remote master. Да, вот это вот P. Значит, Origin Master. Нажму буквочку U. Git Finished. Так, непонятно. Непонятно. Еще раз. А я его, по-моему, еще не хотел... Сейчас мы проверим. Нажмем P. P. Выберем Origin. Так. Значит, мы его не отметили. Хорошо. Открываем наш DevHackers. DevHackers. Мы открываем, значит, AOR. Финт. Ага, смотрите. Это мы здесь. Правильно, да? Модифицировано. Хорошо. А, нет, стоп. Мы ж пуш хотим сделать. Пуш не даст. Я немножко, ребят, вас сбил. Ладно, Ctrl FF. Так, не то я нажал. Ctrl FF. Orchrum, и делаем просто P. Пуль нам не надо сейчас. Так. Стоп. GS. Еще раз размечаем ES, этот файл. Все нормально. Push. P. Git Finished. Здесь у меня на компьютере сделано, чтобы отправлялось. Давайте-ка я сейчас что сделаю, попробую. Push. Ну, commit я не сделал. Смотрите, отправилось. А мне надо сделать commit. Значит, я делаю K, то есть SS, commit.
Добавил запись. От DevHackers. Текст. Сделаем так. Раз, раз. New article. Так, стоп. Оргши. Тут же ноль. Хомы. Просто когда спешишь, когда пишешь видео, понимаешь, что спешишь. Так. FF. Хомы. Очень интересно. Угу. Есть. Ага, мы, похоже, в буфере. Похоже, мы в буфере. Значит, мне надо перейти на что-то более, то есть не более, а текстовое. О. Ну, все понятно. В данном, то есть мы не в файле, а в буфере. Давайте сюда вот перейдем. Вот это мы вообще можем сейчас закрыть, да? Вот теперь будет работать. Мы сейчас в Home. Давайте-ка я сейчас вообще перезагружу. Я что-то запутался немножко. А, тьфу, мне агат надо было набрать. Ребят, ну, моя вина была. Просто Home и что-то вот... Не могу понять. Ну, бывает, шарики за ролики, это вполне нормально. Ctrl-G-S. Так, вот, все есть. Dev Hackers, то есть вот вверху, да. Вот тут что нам надо сделать. Вот наш коммит будет, который мы сделали. Запланировать работу, то есть что было, что изменено. Все окей, да, я вот это закрываю и отправляю. Коммит у нас сделан, push. Смотрим. Так, все, теперь открываем мобильный. SSHT. Так, пока оно там открывается, мы сейчас пуш сделали. Это просто, я говорю, сейчас намешал. Так у меня по очереди получается. Давайте уже, чтобы завершить весь процесс. Конечно, так не будет, что вы открыли планшет. Такое просто не надо в жизни, что взял, открыл планшет, в планшете написал. Компьютер, оно все как-то поочередно получается. Просто я показываю, что это можно делать. Очень важный момент, ради чего всю эту бурду писал. Да? Смотрите, первым делом, когда мы берем, сначала пушим, да, а потом, вот, чтобы я не забыл, я сейчас скажу вам все равно, если вдруг забуду, обязательно синхронизировать базу данных. Ну, в общем-то, постараемся не забыть. Итак, поехали. Сразу открываем директорию.
Мы можем вообще-то воспользоваться Orkroom, вон P, да, Projects. Тут и агенту можно добавлять. Так, я перескочил сюда. Значит, выбираю Projects. Сейчас он загрузился. Не, ну, он загрузился. Тут я... Стоп. Чего у меня что-то... Ага, терминал видно. Не-не-не, все должно быть нормально. Сейчас, секунду. Терминал. А, нет, все, пока он думал долго, ладно. Home нам надо. Стоп. Планшет я забыл, я ж выключил планшет. О, бляха. CC HD на планшете. Сейчас все заработает, ребят. Видите, сколько? Как он там добрался до этого планшета, непонятно. Придется мне перезагрузить, потому что я планшет забыл. Сейчас я быстро это все сделаю. А теперь должно все работать ожидаемо. Нажимаю буквочку P и нажимаю Enter, да, Orkroom. Теперь Ctrl GS, то есть пробел GS. И выхожу на статус Magit. По сути дела, я отправил. Сейчас мне надо пульт получить, да? То есть то скачать. То, что мы на компьютере делали. Я беру пульт. Это большая буквочка F. И дальше мне надо пульт Origin Master. Ну, я беру, нажимаю P, ввожу фразу и нажимаю Enter. Все, git finished, все должно быть нормально. Теперь мы можем открыть наш проект. Но сначала, как я вам говорил, да, что надо сделать? Сначала надо нажать отмена, два пробела, и нам надо синхронизировать базу данных. Вот, вверху Orkroom DB-Sums. И внизу я смотрю, процесс finished modified files Done, да, все окей. Вот теперь я могу открыть этот проект, значит, где мы вносили изменения. Значит, agenda, open, значит, room, find, да, найти. И мне DevHackers, он как раз выстроен, я нажимаю Enter и смотрю. Вот наша запись, которая здесь, она у меня появилась, то есть я дальше продолжаю работать в планшете. Теперь один маленький момент. Вот тут еще я эту проблему не решил. Добавление, вот то, что мы говорили в повестку, где оно появляется. Я нажимаю, ну давайте уже выйдем, я покажу уже на этом. В общем-то поняли, все работает между устройствами. Единственное, то ли то да отдельно сделать, то ли напоминать, сейчас поймете. Так, я это закрываю и открываю уже на компьютере. Все, мне планшет надо выключить, пусть там будет на вечер, у меня энергия. Поэтому Термукс у меня настроен, чтобы он не отключался никогда. Поэтому я его принудительно закрываю, когда он мне не надо. И смотрите, ребят, вот мы добавляли в Adjunto. Раньше, да, время FED. И мы файл настроек. Если мы войдем в каждый вниз, вот смотрите, Org Adjunto Files. И здесь вот есть то, что у нас файлы, которые добавлены. То есть в самом низу файла появляются настройки. Вообще вот это Adjunto можно настроить отдельно. Просто взять эту и настроить. Но вы что одни, то вторые добавляете. Поэтому, ну, здесь что-то будет на компьютере, либо в первом файле своего, например, не в первом файле, а о ЖЖ. Значит, так. О, ЖС.
F. Вот файл. Вот тут тогда отмечать то, до которой добавлен, допустим, сейчас сформулирую. Иными словами, прописать путь, как я сделал вот здесь. Вот я сейчас пока до сюда додумался. У меня орг-журнал сейчас хранится, work-room, да, орг-журнал. И в орг-журнале, если вы, допустим, сегодня работаете с Тодо, иными словами, давайте мы сейчас уберем вот эту запись, орг-room просто перейдем, и мы откроем журнал. Agenda open журнал файл. И вот журнал. И тут можно тогда отмечать, пока я до этого додумался. Допустим, я работал на Android. Стоп. Что здесь не так? Ага, сохранить то. Хорошо, сохраним. Что у меня спрашивает? Or журнал Bov. Ну, напишем. SQ выйти. Так. Or help. P. Все, нормально. И я тогда могу, так как мы настроим ссылки везде, например, я работал, ну, считайте, как будто я сейчас работаю на планшете, и я добавлял DevHackers. Почему я добавляю сюда ссылку DevHackers, когда я работаю на планшете? То есть беру Agenda Open Room Find. Мне надо запись DevHackers. Так, мне не то надо было. Ну ладно. Открываю опять журнал. Я немножко не то набрал. AOGF. Вот мой журнал. И я работал с DevHackers. Здесь начал работу. Поэтому вносил текст. Здесь я добавляю себе тода. Пробел AOG. Стоп. Пробел. АО Room Insert. Insert. И добавляю сюда DevHackers. Все. И тогда, когда я это сохранил и, грубо говоря, запушился на комп, у меня будет на компе. И на компе я тогда добавляю этот файл в эту тода, да, в адженду. Вот я так пока решил делать, потому что, ну, в моей ситуации. Можно в вашей ситуации, если у вас одинаковые версии, у меня получается на компьютере 29 версия, мне хочется ее попробовать на Tremax 28, и файлы настроек, тогда у меня получается разные. То есть каждый раз надо escalate будет добавлять, мне легче. Ну, просто я как вариант вам сказал. Ну, все. Теперь уже настраиваем Agenda. Там, ну, подумайте, когда вам лучше. Сохраню. Я могу это закрыть. Это пусть будет открыто. Итак, открываем FED, файл настроек. Нам надо вверх. Вверх. И вообще мы с вами говорили, строка 3-4. Пока переберемся вниз, постоянно думайте, как вам лучше пользоваться. То есть набираю, перехожу вниз. Помните, да, у нас добавление библиотек, строка 3.4, Alt-G, G, Git-Line, Line 3.4, и я вышел, да. Я мог бы прикинуть, что примерно org-variables, сейчас посмотрел, 24. Значит, что я делаю? Опять пока вниз перепускают Alt-G, G, 24, там, ну, примерно, да. Вот я... Теперь на 24-й. Ой, на 32-й. Не то я набрал немножко. Ну ладно. Ну, поняли. Word у Orkroom настройки. Для этого нам сейчас надо что вам сделать?
вам надо открыть Ctrl-X 0, открыть браузер и набрать Workroom. Workroom Emacs. И мы найдем, я вот так размещу, Workroom. Здесь справка очень простая. Я вам покажу первоначальные настройки. Здесь я перейду к настройкам. Alt-G. Вон есть Gotaline. Нам пока это не надо. Так, пока. Alt-G. Так, а здесь у меня, по-моему, это не стоит. Так, но здесь есть другое, GotaChar. Так, Alt-G, GotaChar, S, то же самое. 3444, примерно беру и немножко перескочил. Вот мои настройки. Workroom открываем и мотаем. Здесь есть у нас инструкция, здесь очень хороший help. И, по сути дела, install мы сейчас добавим, потому что мы, кроме этого, открываем Workspace Max. Worklayer. Здесь ищем. Нам надо что? Workroom. А, ну, в принципе, я и здесь бы мог найти. Вот оно выделилось, Workroom. Здесь он нам предлагает добавить всего три настройки. Первая, Workroom Support, то есть поддержка. Work Enable UI, это то, что мы вот видео назад показывали, что оно графически. И Workroom Protocol. Дальше все, больше здесь ничего нету. Дальше я не предлагаю зайти в мануал, и там еще можно для Work.ui, сейчас я это не буду делать, но вы посмотрите, создать значок для рабочего стола. Но у меня, вы видите, настроек больше. Вы тоже будете экспериментировать, потому что экспериментировать здесь можно, то шаблоны добавлять. Но давайте сейчас с вами еще кое-что добавим. Итак, первая настройка, которую рекомендует Space Max, я добавил. Это я потом вам дам все их. Так. Хорошо бы вниз, если оно сейчас расположение внизу. Будет он работать или нет? Сейчас попробуем. Ага, вот оно, стоп. Сместил вниз. Итак, первое. Org Enable Room Support. Room Support. Значит, это мы добавляем. Да, вот оно вверху. Вторую настройку у нас добавлено Org Enable UI. Третье. Org Room протокол обо всем. Вот здесь у меня было добавлено, но оно и так, это автозавершение через Ivy, да, но оно у нас, по-моему, и так работает. Больше здесь настроек нет. Но нам, вы знаете, будет работать, не будет. У меня есть еще настройка Workroom Complete Ever Here. Иными словами, вставлять ссылки в любом месте, в журнале там, вот в этом файле мы можем вставить. Вот смотрите, давайте попробуем. Будет она работать или не будет, я не знаю. Но я попробую вставить. Значит, Agenda, Org, Room, Insert. И беру ссылку на Python сюда вставляю. Беру, могу там ввести, да, и Python. Ну да, она у меня ее вставила. Только вопрос, что она здесь читаться не будет, но вставила, да. То есть, потому что это файлы не org, а файлы Lisp. Поэтому я отменяю все это дело и сохраняю изменения.
Отлично. Нам еще кое-что надо. Поэтому я вам рекомендую сохранять, как говорил, копию и посмотреть. Итак, Getting Started. Иными словами, на начале, как я говорил, нам надо всего две команды. Вот они все описывают. Ну, давайте мы можем вполне добавить директорию. Я добавил на мобиле, да? То есть, давайте мы скопируем всю строку, чтобы не возиться. И получается, что директорию, ну, наверное, будет желательно после, так, унда, после саппорта. То есть сюда, P. Теперь нам надо все вот эти вещи убрать, иначе они здесь работать не будут. Вот это отдельно, имакс это проработало. И последнюю скобку убираем. Вот эти скобки мы оставляем. То есть у меня сейчас каталог OrgChrome, он и есть в Home, да, тут вот значок Home. Вы можете выбрать свой каталог, попробовать. Я не пробовал, меня устраивает так. Следующее, давайте почитаем, что мы можем еще добавить. Создать каталог. Дальше они касаются символической ссылки за счет производительности не пойдет. Вот это мы добавим. Значит, вот это то, что я говорил, помните, как только с планшета или вот, смотри, вот важно говорю, ребят, ой, важно. Вот вы насоздавали файлы, мы сейчас будем создавать. Не забудьте синхронизировать базу данных. Создали вот там 5 файлов, которые добавили, синхронизировали базу. Иначе потом будете, что будет происходить? Вы пытаетесь ссылку, он new file, и не можете понять, почему нет ссылок. Потому что не синхронизируете базу данных. Вот эту берем настройку. Пусть она будет включена постоянно, но пока у меня не получилось, чтобы она сама себя работала. Да? То есть я вставляю PA, но я как в Linux просто скопировал. Ну, как? Выделив. В Linux уже выделением копируется. Не надо там нажимать кучу кнопок. Выделил и уже при помощи колесиков вставил. Я здесь хотел так. Да, еще, ребят, момент сейчас вспомнил, потом забуду. Когда будете открывать терминал, там обычные команды не работают. То есть вставляется либо обычным тупым копированием, кнопку правую нажал «Вставить», либо как в терминале, например, вставка Shift, Ctrl, Insert. Копирование, я даже уже не помню. Так, вот эти я удаляю. Здесь мне надо ввести и режим, и поставить T, включить, да? И перемещаюсь я home, так, все, workaround db mod. Ну, я не подписываю, потому что я просто знаю, что это. Теперь смотрите, вот, вам для начала работы надо несколько команд. Org.room node insert. Это то, которое создает узел, если не существует, создает ссылку. И объясняю. Если вы ранее создали файлы, но не синхронизировали базу данных, давайте покажу, то, ну, сами допетрите, то, в общем, грубо говоря, какие бы действия ни сделали, сначала синхронизирование базы данных. Иначе insert будет не ссылку добавлять вам куда надо на файл, как я показывал, а создавать новый файл. Потому что все равно ID у каждого файла разный. Find – это поиск, когда надо найти. Пока вот это будет добавлять каптур, посмотрите. Все, вот две команды. Find посетить, если этого узла нет, он его создаст. Insert, то же самое. Он делает, посещает узел и добавляет ссылку. Если узла этого нет, создаст его, а потом уже следующим шагом добавит ссылку. Все, две команды для начала. Что еще? Вот тут мы видим, вот это вот добавляет ссылки в точке. То есть, иными словами, когда мы ставим, грубо говоря, куда добавить. Так, не так я хотел открыть. Здесь я открываю сейчас. Find.
Вот, финг я нажал, да? Org.pro.am, нода финг. Пусть я открою наш DevHackers. Мог бы набрать. Вот так. Начинает работать от завершения. Я посещаю финг, да? Вот я посетил. Если бы не было этого узла, это называется угол, да, узел статья, то он бы мне его создал. Так как у нас что-то мы уже синхронизировали, поэтому создали какие-то действия, сделали, синхронизировали, иначе ссылку не добавить. Теперь я могу сюда вставить ссылку. Смотрите, то есть вам говорю еще раз, чтобы запомнили. Нажимаю два пробела, и у меня вон стоит org.room db.sums. Синхронизирую. Внизу modified files done. Все. Вот теперь insert будет точно работать. То есть синхронизированы, добавлены все файлы, все мои изменения в библиотеку SQLite 3. И могу сюда добавить ссылку AO Room Insert. И вот вверху находится то, что у меня синхронизировано файлы. Да, внизу это история. Можно не смотреть то, что я раньше делал. Я хочу сюда добавить Space Mask. Выбираю, добавляю. Все. Вот это и есть добавление в точке. Вот это и есть. Вот это то, зачем я все-таки прописал. То есть point t, да, то есть point не t, а true. Org.room complete link, то есть автозавершение. А это второе автозавершение в любом месте. Дальше здесь еще есть шаблоны. Они мне не понадобились. Мне достаточно то, что здесь по настройке. Дальше еще вот поработайте, как кэшировать, чтобы быстрее. Когда база раздуется, конечно, надо будет кэшировать однозначно, чтобы быстрее работало. Сейчас я это не делаю, потому что у меня все маленькое. Еще есть какие-то возможности. Я их, ребята, не читал, но говорю, здесь можно еще много чего сделать. Вот у вас есть рабочий вариант. Дальше для вас, пожалуйста, справка, и берите и экспериментируйте. Иными словами, еще вот здесь есть org.ram.ref ссылка и алиас. Про алиас почитайте, зачем его использовать. Можно алиас, можно ref. Иными словами, мы хотим добавить любую ссылку. Можно на нее, конечно, горячие клавиши назначить. Ну хорошо, давайте попробуем. Я нажимаю два пробела вместо Alt-X и смотрю org.room ref-r. Ref. Вы можете сюда добавить, что хотите, внизу ref. И вот она добавилась. То есть у меня еще в документе появилась кликабельная ссылка, да, которую я могу открыть. Вот она открылась, уже все нормально. Еще есть алиас. Алиас. Только я, честно сказать, не добрался просто, как-то не пользовался, но зачем-то он там нужен, и видно, какая-то хорошая вещь от него ожидается. Вот мы с вами добавили, как я говорил, ор завершение везде, и я добавил в точке, да, то есть раньше link point, да, в точке, а я тоже это добавил. Дальше есть еще тут, наверное, защита, система шаблонов, то есть как оно работает. Ну, я ничего не изменял, может, надо поискать в интернете, посмотреть что-то интереснее со временем сделать. А вот это вот то, что они на сайте предлагали, создание ярлыка для разных систем, для Linux, то есть, иными словами, это UI, чтобы открывать по протоколу, но оно, по-моему, само открывается. Стоп, я на него клавиши горячие не нацеплял, поэтому org.room UI open. Давайте попробуем. Вот она открылась сама. Вот данный момент моя конфигурация, да? Python, индекс базы, Space Mac,
Org. Вот мы с вами, по-моему, делали в SpaceMax вот записи, то есть все здесь есть. Это когда мы хотим, у нас много узлов, конечно, визуально проще понять, чего у нас там есть, согласитесь, и перейти. И его можно, например, даже отсюда, там в меню есть, открыть Open in IMAX, да, и когда вы откроете IMAX, то эта запись у вас будет открыта. Иными словами, все очень круто, да, и удобно. С этим разобрались. Вот кажется мне, еще я что-то не сделал, а не сделал я что, а вот что. Можно в настройки добавить сейчас org room, вот, org room мода, мод, да, вот он. Давайте мы попробуем добавить, чего будет. Включен всегда, да, но он у нас и так включен. Так, чего там у меня он? А, понятно, я ж в этом нахожусь режиме. Ctrl-G закрываю. Так, Ctrl-G. И чего ты не закрывай? А, закрылся. Ага, я долго думал. Давайте попробуем. Только... А, он меня спрашивает, что мне сделать. Нажимаю P. Видите, заботится. Workroom. Мод. И вот у меня документация выпадает, да? То есть все, что там... Есть. Так. Сохраняю. Перезагружаю. Пробел QR. В общем-то, по документации тоже поняли. Сложного здесь ничего нету. Бери да тренируйся. Чего ты мне там... Все, вот эту я отключаю, бы уже... Так. QR. U сохранить. Все, что мне надо сохранить... P нажимаю, U, P, PIT. И смотрю исключение. Там у меня мое есть. Ctrl, то есть пробел. BB, у меня свои есть там исключения, я буду править. Но я сейчас посмотрю месседж. И пробегусь, да? Asuns Donor. Вот этих она мне пишет, вот, эти, вот при синхронизации, видите? Это я не установил, просто пути не поменял. У меня то стоит, это мои, это не ваши, у вас такого не должно быть. У меня сейчас стоит вот такая, а мне надо поменять. А я добавил журнал на другие пути, который с этого, с планшета скачал. Ну, в общем-то, я это сейчас делаю, вы поняли, да? То есть исключение, по сути, нету, это правится, это не исключение. Посему, вот, ребят... Так как-то. В общем-то, грубо говоря, не забывайте делать синхронизацию базы. Тогда все будет работать прекрасно. Потому что какие-то изменения сделали в Workroom, обязательно синхронизируйте базу. Можно там, конечно, подумать, написать, чтобы она автоматом синхронизировалась, но это надо посмотреть, либо кто как делал. Ну, не так сложно. Лучше знаете, что синхронизацию. Вот сейчас посмотрите прямо, добавьте просто горячие клавиши. Да, чтобы работало. И все, и тогда вообще не надо будет набирать. Все, пока.